Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Привет, ребята. Роман, привет. Два Мура Хардкора. Буду рад вашим интересным вопросам. Подумываю на этих днях серьезно о том, чтобы закрыть свою группу ВКонтакте. Понимаю, что это немного так остро звучит, но я так подумал, а смысл? А смысл группы ВКонтакте? Мне кажется, что группу ВКонтакте нужно создавать только в том случае, когда в этом нет, есть потребность, когда в этом нет даже необходимость. Когда у тебя какой-то крутой канал на Ютубе. Привет, Рома. Когда у тебя есть крутой канал на Ютубе, и много очень потоков, много вопросов приходит, и вот тогда нужно создавать группу ВКонтакте. Пока я считаю, что, ну не знаю, у меня такие рассуждения сегодня, а зачем эта группа? Кто-то заходит, что там интересного? Все же есть на канале, все я размещаю у себя на странице ВКонтакте, этого пока вполне достаточно. Я вот не знаю, как вы считаете, стоит ли мне закрывать свою группу ВКонтакте? Там пока на данный момент 30 подписчиков, все ролики, которые у меня на канале есть, я тогда перебросил, ну а смысл? Мне кажется, это больше отнимает внимание лишнего, так сказать. И не имеет какой-то пользы. Я покажу вам такие вкусняшки. Стоит удалять или стоит продолжать? Как вам такие вкусняшки? Печенье Wagon Wheels. Может быть, помните такие с детства? Wagon Wheels. Я сейчас себя толяном, но ощущаю, что тут рекламирую всякие печеньки и мармеладки. Но, тем не менее. Стоит удалять группу или стоит ее сохранить? Удалять, да? Ну, мне тоже кажется, что это бессмысленная пока штука. Я говорю, группу ВКонтакте нужно создавать тогда, когда будет потребность в этом. То есть, у тебя крутой канал, там 10 тысяч подписчиков, тебе приходит куча вопросов в личку, и тебе просто сложно. Сложно тебе просто в этом потоке, ты создаешь свою группу. Там в обсуждениях люди могут писать что-то. И ты там уже можешь в свободное время зайти и прочитать. А когда у тебя личка заваливается 500 сообщениями в день, это, конечно, сложнее. На начальном этапе, мне считаю, нет смысла создавать группу ВКонтакте. Поэтому, скорее всего, я удалю в группе в ближайшие дни. Может быть, даже в ближайшие часы. Посмотрим, как будут складываться дела. Скорее всего, я удалю ее. Но нет смысла. Спасибо, Рома, что смотришь меня. Ты, наверное, один из моих самых преданных зрителей. Я еще ценю живое общение с подписчиками. То есть, чтобы как-то мы могли общаться там, не знаю, по скайпу, по телефону, один на один разговаривать. Это для меня, скажем так, такой вех, слово такое русское, вех. А есть смысл в перископе? Да, мне кажется, смысл в перископе есть очень большой. Я сейчас объясню почему. Во-первых, я уже говорил часто и всегда, что для меня перископ это прежде всего инструмент, который позволяет очень здорово прокачивать свои речевые навыки. То есть ты учишься выражать свои мысли, это очень здорово.